вечер, дорогие телезрители. И, как всегда, пятничный вечер. И с вами вместе Степан Посельский и Дарья Анкехова в прямом эфире программы «Спортклуб». Сегодня мы с вами поговорим о таких интересных видах спорта, как шахматы, а также поговорим с вами о спортивных бальных танцах. Да, добрый вечер, дорогие телезрители. У нас есть хорошая новость, отличная новость, я даже считаю. Наши ребята очень успешно выступили на чемпионате мира по шахматам среди любителей. У нас целых 3 медали, и давайте мы поприветствуем наших героев. Давайте познакомимся с ними. Сначала, руководитель Центра интеллектуальных видов спорта СВФУ, да, Северо-Восточного федерального университета, Юрий Егорович Никифоров, далее Велена Попова, чемпионка мира по шахматам уже, можно сказать, да, вот, далее Туяра Адамова, она тоже принимала участие и достаточно успешно. И Руслан Пахомов, парень, который принес сразу 2 медали. Одну золотую и одну бронзовую. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Первый вопрос к Юрию Егоровичу. Расскажите, пожалуйста, как съездили наши ребята, довольны ли вы успехами? И вообще просто вот общее ощущение от этого мероприятия. Ну и где, когда это было? Состоялся чемпионат мира. Ну я хочу вот начать с того, что в прошлом году мы в Якутске проводили 6-е международные спортивные игры «Дети Азии». И к нашему большой радости, к нам приезжал Кирсан Николаевич Улюмджинов, президент Всемирной Федерации Шахмат. И 3 дня он у нас побывал в республике. Мы с ними ездили вот по разным нашим учреждениям, где занимаются шахматами, в школах побывали. И он дал очень высокую оценку развитию шахмат нашей республики. И надо сказать, что в настоящее время шахматами увлекаются очень многие, особенно школьники. И даже вот мы проводим чемпионаты республики среди воспитанников дошкольных учреждений, детских учреждений. И вот я хотел бы сказать, что Кирсан Николаевич пообещал в будущем еще вместе вот продолжить эту работу. Мы готовим с ними совместные мероприятия. И надо сказать, что он особое внимание уделил вот развитию студенческого спорта. В прошлом году, в 2016 году, когда проводили международные спортивные игры шахматы Москва-Опен проводили, там была создана Национальная студенческая шахматная лига. Президентом данной лиги стал починок Наталья Борисовна, и она начала провести очень много мероприятий. Надо сказать, что наши студенты в прошлом году очень хорошо выступили командам чемпионата среди студентов. Вот Туяра Адамова и Пахомов Руслан, они заняли второе место среди студентов высших учебных заведений России. Юрий Игоревич, мы чуть-чуть отвлеклись, да, от нашей основной темы. Давайте все-таки поговорим про чемпионат мира, да, который был недавно состоялся. Да, он состоялся у нас с 1 по 8 апреля. Вот недавно наши ребята прилетели. Как туда попали вот наши ребята на этот чемпионат мира? В прошлом году они вот участвовали в Владивостоке. Называется первый международный кубок ФИДЕ по шахматам среди студенческих команд. Они то там тут же заняли первое место, завоевали вот этот кубок. То есть они стали лучшими на Дальнем Востоке среди студентов, да? И тем самым... Это был международный турнир. Они там заняли первое место, и они все троем участвовали. Сколько команд было там? Сколько всего команд было на Дальнем Востоке? Из разных стран мира, да, тоже? Владивосток. Ну, скорее всего, 12 команд. Азиатских стран. 12 команд. Да. И вот они вот получили право и поехали в Италию, город Спалетто. Это 13-й чемпионат мира среди любителей. В прошлом году, позапрошлом году проводилось в Греции, в этом году проводилось в Италии. В будущем году тоже будет проведен вот такой чемпионат. Это очень серьезное мероприятие, потому что проводится под эгидой Всемирной Федерации. И там было представители 61 страны, да? И 250 участников было. И они вот там приняли участие. И да, все-таки надо уточнить, что чемпионат мира среди любителей, да, не зря он так называется, потому что в нем принимают участие мастера спорта, и кандидат в мастера спорта не допускается гроссмейстера. Да? Да. И вот поэтому, наверное, в основном ребята такие молодые. Студенты, да, в основном. Да.
такие молодые. И ваши соперники, наверное, тоже в основном были молодые люди. Давайте дадим слово нашим участникам. Расскажите, пожалуйста, про ваши впечатления, с кем встречались. Да? Туяра, наверное. Да. У нас самая, насколько мы знаем, одна из самых титулованных, да, у нас девушек. Расскажи, пожалуйста, как ты туда попала, о своих впечатлениях и вообще довольна ли ты своим результатом? Так, ну, получается, ну, как Юрий Егорович сказал, мы прошли отбор с тем, мы готовились давно уже к этому турниру. И получается, что я играла в самой старшей рейтинговой группе. И, ну, конечно, я надеялась только на лучший результат. Сыграла, думаю, больше, пусть сильнее, чем я на самом деле играю. Показала хороший результат, повысила рейтинг. Играла, ну, я хочу еще отметить, что не только молодые. Конечно, были и молодые, но и дети принимали участие сильные, потому что призеры в основном из Монголии, дети, которые принимают участие в больших международных турнирах, они тоже принимали участие. И люди в возрасте, ну не в возрасте, среднего возраста, они, которые опытные, которые сами тренера, они тоже принимали участие. Ну то есть возрастного состав ограничения, был очень сильный, да? Да, возрастного ограничения не было. Только было ограничение по рейтингу, то есть не больше 2300. Чемпионы стран, призеры чемпионатов, да, очень сильные команды. Как бы были еще участники, которые являются членами сборной своих стран, поэтому уровень был очень высокий. А вот, Велена, ты стала чемпионкой, да? А скажи, это самое яркое твое вообще? Самый вот большой успех, наверное. Самый, да, большой успех? Или все-таки, может быть, какая-то победа для тебя была намного важнее, нежели, вот, допустим, этот чемпионат мира? Нет, чемпионат, ну, мира. Вот именно как бы для себя, для души. Ну, в чемпионате мира я вообще участвовала в первый раз в таком, на таком турнире. Но до этого я еще становилась также чемпионкой Дальнего Востока среди детей, также республики своей, и также всероссийских сельских спортивных игр была призером. Ну вот самое большое достижение, считаю, ну тоже вот именно этот чемпионат мира среди любителей. Ну, я думаю, что это действительно гордое и высокое звание чемпион мира по шахматам. Я думаю, что... А вообще сколько лет ты к этому шла? Если не секрет. Ну, вообще, я занимаюсь шахматами 6 лет, а семья моя сама шахматная, именно Попова, поэтому... С детства тебе, да? Это? Да. То есть все играют, родители, да? И да, родители, отец. И все там дяди, тети, все-все-все. Все вообще собираются вечерами, наверное, за семейным столом и играют в шахматы, да? Ну, неудивительно тогда, что у тебя именно такой титул, именно чемпионки мира, да? Ну, и перейдем, наверное, к Руслану. Руслан у нас молчит, серьезный. Прям сразу видно, шахматист, да, достаточно серьезно. Расскажи о своей победе. И ехал ли ты уже с конкретной целью, или все-таки шахматы, они непредсказуемые, ты никогда не знаешь, да, что будет? Честно скажу, я чуть-чуть играю в шахматы, да, вот совсем чуть-чуть. И поэтому мне сложно представить, как можно на одних соревнованиях выиграть две медали, да, потому что это очень сложно и действительно отнимает очень много сил, да. Ты играл и в классическом, в шахматах, да, и в быстрых, в блице, да, и там добился успеха, да, завоевал золото и бронзу. Вот скажи, пожалуйста, как тебе это удалось, да, сколько тебе сил это стоило, как сложно было? Ну, я хотел либо выиграть блиц, либо выиграть классику. Ну, акцент, да, ставил все-таки на один, да? Да, и после 4 туров я шел 4 из 4, и потом начался блиц. И в блице я занял первое место, и после обеда должен состояться классический шахмат. И после этого, ну, я проиграл в пятом туре. Ну, потом собрался мыслями и все-таки занял потом третье место и в классическом шахматах. Скажи, а сколько вообще матчей провел на соревнованиях? По классическим шахматам 9, и по блице тоже 9 партий. То есть в день приходилось играть там по две партии, наверное, да, если не больше иногда? По одной, партии, либо по две партии. По две партии, да. А насколько это вообще сложно? Как бы ты вот реально устаешь от этого? Или все-таки ты входишь просто в какой-то азарт, спортивный интерес, и ты просто не замечаешь, как проходит время? Или все-таки это достаточно тяжело тебе давалось? Ну, первые туры давались легко, а вот последние туры сложнее гораздо. А девушкам такой же вопрос хочется тоже задать, да? Вот я вот знаю, что это действительно очень много сил затрачивает, да, человек. Тем более, что такой затяжной турнир, 9 дней идут соревнования, да, каждый день играешь, каждый день разный соперник, разная игра, надо все время думать. И
Как это все вы преодолели? Ну, получается, как? Что... Ну, самым сложным, наверное, был второй день, потому что было два тура. Ну, в среднем одна партия, но если это серьезная партия, длится где-то 5 часов. Поэтому если две партии, это 10 часов в день, сидеть и думать, это очень сложно. Ну, потому что как бы нельзя не пойти, не перекусить, не передохнуть. Всегда нужно в напряжении находиться. Еще нужно к партиям готовиться, это тоже время отнимает. Ну, достаточно тяжело. Да, у нас есть несколько фотографий, да, с чемпионата мира. Их не так много, но такое общее впечатление. Просто постараемся передать телезрителям. Не разрешали брать телефоны. Вообще электронные устройства с собой. А тренера с нами не было, поэтому некому было нас фотографировать. Это значит, эти кадры на вес золота, правильно? Вот, да, мы смотрим фотографии ваши, да. Как вам понравилось там, вообще, в Италии? Да, вообще, какова атмосфера, как вас встречали? Организация, да, турнира, насколько хороша была? Ну, Спалетто сам очень маленький древний городок, и атмосфера такая историческая, можно сказать. Ну, мы играли в крепости, которая находилась на холме, и нам приходилось подниматься на 5 или 6 эскалаторах, плюс 2 лифта. Дорога была грязная, да. Ну, довольно остались хорошие впечатления. А в следующем году уже знаете, где будет? Ну, так как я заняла первое место, мне дали право на участие. Да, право на участие в следующем году. И тоже пройдет в Италии, в городе Кальяри. Ну, где-то тоже в таких, в этих тоже числах. В апреле. Тоже в апреле. Девушки, а у меня вопрос вот такой. Mm-hmm. Сколько часов, да, или сколько дней в неделю вы вот играете в шахматы? Да. Посвящаете шахматам каждый день? Или все-таки у вас есть определенные дни, когда вы просто уделяете этому побольше времени? Вот каждый из вас сколько, как часто играете в шахматы? Ну, я обычно усиленно тренируюсь только перед началом соревнований, потому что я учусь и работаю, и поэтому времени особо нету. Ну, перед соревнованием обычно, ну, 3 раза в неделю, наверное. Перед соревнованием. Елена? Ну, я тоже особо тренируюсь перед соревнованиями, но еще вот проводится в СВФУ секция по шахматам, я туда хожу, ну, и сама дома решаю задачи и так далее. А Руслан? Ну, я как тренер... И снова здравствуйте, дорогие телезрители. Если вы только присоединились к нам, напоминаем вам о том, что в прямом эфире программа «Спортклуб», и сегодня мы говорим с вами о таком виде спорта, как шахматы. И до ухода на рекламу мы обсуждали с нашими гостями чемпионат мира, 13-й чемпионат мира по шахматам, который прошел с 1 по 8 апреля в Италии, в городе Спалетто. И у нас сегодня чемпионы мира, а также директор Центра интеллектуальных видов спорта и игр Северо-Восточного федерального университета. Здравствуйте еще раз. Ну и продолжим. До ухода на рекламу мы спросили, да, у ребят, как часто они играют в шахматы. Ну, видимо, усердно они играют только вот перед соревнованиями, да? Да? Ну, потому что школу как таковую, да, шахмат, вы уже прошли, скажем, с детства, да, потому что вы все участвовали, насколько я знаю, в играх «Дети Азии», да, в 2008-2012 году. Были в сборной Республики Саха-Якутия. Вот, вспомните, может быть, как вы сами тоже начинали свой путь, да, в шахматах. Вообще, да? Со скольки лет вы впервые увидели доску и как-то пытались уже делать свои первые... Ну, Велена, наверное, вообще с самого детства, да? Ну, потому да. что семья шахмат. Ага. Я, ну, в детстве папа там ходы учил, а потом уже серьезно начала заниматься в 6 лет. И вот до сих пор играю. Да, замечательно. А ты, Вера? Меня папа научил играть, когда мне было 4 года. 4 года. Уже умела играть, да? Да, ну с 4 лет я начала играть, и с 7 лет я начала уже посещать Республиканский шахматно-шашечный центр. И моим первым тренером, ну и очень долгое время, по настоящее время, был Евгений Константинович Охотин. А Юрий? Руслан, простите. Я начал поздно. Я начал с 11 лет заниматься шахматами. Это уже поздно. Да, это для шахмат поздно. Но, тем не менее, у вас в
впечатляющий результат, чемпион мира уже. Какие дальнейшие планы? Вот ты сказал, что сейчас ты занимаешься и с детьми, то есть тренируешь, учишься в университете, да? Очень много времени на все это уходит, наверное, да? Какие планы у тебя дальнейшие? И в шахматах, и может быть? Ну, я сначала хочу выполнить мастера спорта. Осталось 16 пунктов. И это один очень хороший турнир. И после этого... Дальнейшее будущее связываешь именно с шахматами? Да, конечно. Это уже твоя жизнь, да? Да, я буду тренировать. И, надеюсь, успешно. То есть хотите заняться тренерской деятельностью? А девушки, интересно, тоже, да, видят себя только шахматами? Или вы учитесь по другой специальности? Вообще не связанная с спортом. А вы, кстати, вот где, в каких институтах учитесь? Наверное, все должны знать своих героев, да? Где вы вообще, да? Я окончила Северо-Восточный федеральный университет по специальности сервис и туризм. Вообще, да? И... Получается, сейчас я учусь в магистратуре Института физической культуры и спорта. И получается, у меня будет две специальности, и также я могу быть и тренером тоже. А Елена? Я учусь в финансово-экономическом институте на государственного муниципального служащего. То есть это вообще госслужащие у нас, да? Здесь у нас менеджер по туризму, здесь госслужащие, но при этом они все живут шахматами, да? Да. А чуть-чуть про себя расскажите, пожалуйста, да, вот про семью, может быть, да? Откуда родом? Откуда родом, чтобы... Я сама из Намского улуса. Школьные годы провела там, до 11 класса училась там, поступила вот в СУФУ. Сама семья у меня спортивная, все играют и в шахматы, и другими спортами занимаются. И вот, ну вот. Ну вот такая я, да? Хорошо. Я родилась и выросла в городе Якутске, окончила школу номер 17, ну, тоже в университете училась в Якутске. У меня родители, получается, ну, мама не спортсменка, а папа мастер спорта по борьбе хапсагай. Братья и сестра, они тоже в детстве занимались шахматами, ну, и сейчас спортом больше не занимаются. Руслан? Я родился в Сунтарском улусе, село Аллага, до 4-го класса жил там, потом сюда переехал и учился в республиканском лицее-интернате. Потом поступил в ИМИ, Институт математики и информатики. А, все-таки Институт математики и информатики. А сейчас вы тоже, по-моему, учитесь? Я сейчас магистрант ИФКИС. ИФКИС, да? Да. Мы вместе учимся. Однокурсники. Да? Юрий Егорович, расскажите, вот мы знаем, что Центр интеллектуальных видов спорта и игр открылся вот буквально недавно, да, в 2012 году. Каковы успехи вообще вашей деятельности и сколько вообще сейчас студентов посещают именно ваш центр? И, ну, вообще, успешна ли эта работа и приносит ли он плоды, работа вашего центра? Когда мы создавали данный центр, мы думали о следующем. У нас есть система вот школьного спорта, когда вот школьник занимается шашками, шахматами, они ездят системно на плановые соревнования, Россия, Европа и так далее. Но когда они поступают в высшее учебное заведение, то они оставляют систематические занятия. А это время от 17 до 23 лет, это время, когда они могут выполнять и системно заниматься, ну, норму мастера, гроссмейстера. Из-за этого мы решили создать такой центр, чтобы плотно заниматься студенческой молодежью. Uh-huh. Я думаю, что за это время мы, конечно, достигли определенных успехов. Когда будут студентами наши Гермегеров Николай, Степанида Кириллина, Собакина Ина, они выполнили нормы гроссмейстеров России, международных гроссмейстеров. Ага. Еще 4 мастера спорта России стали. И наши студенты выходили победителями всероссийских турниров, чемпионатов Европы, мира. То есть сильные спортсмены. Да, сильные. Да. И вот мы сейчас особенно хотим
уделить большое внимание именно шахматам. А вот как раз вот наши студенты, которые вот первые наши успехи добиваются, мы хотим, чтобы у нас тоже были мастера фиде по шахматам. Mm-hmm. Вот поэтому мы к этому очень большое внимание уделяем. У нас много проблем. Мы хотим, чтобы у нас был достаточно вот подготовленный тренер. Проблемы тренеров вообще по республике по шахматам есть. Ага. Мы хотим пригласить международного мастера или гроссмейстера вот России, чтобы он занимался с нашими вот ребятами. То есть вы хотите пригласить? Уровень должен быть высокий. Тренера со стороны. С большим именем. Да, большим именем, потому что они вот по своему уровню, они, например, переросли своих тренеров, которые есть в Якутии. Понимаете, они вот наши студенты, да, вот, например, да? Наши студенты, они шахматом среди мужчин, вот Вася Василий первое место, Руслан второе место, вот Туяра тоже вот из республики второе место, по шашкам, шашкам вообще тоже первое место студенты занимают. И вот поэтому нам нужны тренера более такие подготовленные. Угу. И мы об этом хотим делать. Классифицированные. Так, дальше мы проводим очень много массовых мероприятий разного рода, чтобы привлечь вот этот интерес к этим шашкам, шахматам. И надо здесь сказать, что благодаря поддержке нашего ректора Евгении Исаевны Михайловой мы проводим ежегодно много турниров. В том числе, например, мы проводим турнир, посвященный, вот, например, на призыв ветерана войны Слепцова Наума Трифоновича, посвященному Дню Победы. В этом году будет 72 ветерана будут соревноваться с 72 молодыми людьми. Это будет 7 мая, да? Это будет 7 мая, и мы вот учредили такой кубок. Ага, этот кубок 3 раза был у молодежи, 2 раза был у ветеранов. Ага, и равная борьба идет. И все они ждут. Я приглашаю вот тоже наших активных участников 7 мая приехать к нам и участвовать в этом интересном турнире. Это будет проходить тоже в КЦ Савуфу, да? Куртинцы-Тисагарские огни. Наш ветеран Слепцов Наум Трифонович вовсю готовится. Он тоже будет играть. Ему только 93 года. Да. А, кстати, Юрий Егорович, вы же являетесь также и членом Президиума Федерации шахмат. Да? Вот какие планы у Федерации, да, какие ближайшие вопросы, которые вам надо решать, да, какие соревнования будут, да, на которые можно посмотреть, к примеру? Да, мы хотим сказать, что силами, если по республикам посмотреть, вот именно развитие шахмата уделяется достаточно мало средств. Первый вопрос, который мы ставим перед руководством Министерства спорта и так далее, чтобы побольше обратили внимание именно интеллектуальным видам спорта. В мире вот интеллектуальным видам спорта уделяется очень большое внимание. В 180 странах есть федерация шахмат, 700 миллионов людей занимаются шахматами, и многие руководители являются президентами федерации шахмат стран. Угу. Вот поэтому я хочу, чтобы больше внимания уделяли шахматам и шашкам. Да, замечательно. Здорово. А вообще, по вашему мнению, со скольки лет ребенок, вот, ну, маленький, да, может осознанно уже понимать, что такое шахматы и уже постигать вот первые азы? Пример вот наши вот девчата, вот они вот рассказали. 4-6, вот, да? Мы к нашей радости мы проводим именно даже вот чемпионаты среди воспитанных детских дошкольных учреждений. Даже среди... Да, вот и есть школы, детские сады, которые вот занимаются. И вот наши вот студенты, они являются тренерами вот в нескольких детских учреждениях. Да, а насколько вот быстро, да, вот вы, наверное, тоже... Вы работаете же с детьми тоже, да, смотрите, как они играют. Насколько быстро они схватывают, да, вот азы шахмат, да, и сразу ли можно заметить, да, да, каждому ли дано предрасположен это человек к шахматам или нет? Вообще можно в любом ребенке развить вот это именно тактику мышления или все-таки кому-то это не дано? Мне кажется, любой ребенок может научиться играть в шахматы. Просто не каждый сможет добиться каких-то больших успехов, да. А все равно шахматы, они приносят только пользу, так и в учебе будут помогать. Ну, насколько мне известно, почти все, кто серьезно занимается шахматами, у них с учебой проблем не бывает. То есть интеллект развивается? Да, ну, да, то есть усидчивость, как бы обязательства, что нужно делать. Внимательность, что, да. Поэтому ну, любому ребенку будет полезно. А вы как, ребят, считаете тоже? Шахматы что дают человеку, да, шахматы? Вот какие качества вам? Я думаю, что помимо того, что это полезно, да, ну, человек просто получает удовольствие от хорошей партии, от красивой игры, от комбинации. От самого процесса, да? Правильно я говорю? Или? Да. Думаю, терпеливость, стратегически мыслить, можно сказать. Угу. И, ну, думаю...
Память еще. Память, да, развивается. Самое главное, память логику вот развивает. Память, это во всех ситуациях помогает. Во всех жизненных ситуациях. И еще пожилым людям очень полезно, потому что развитие мозга, ну, в старости же мыслительные процессы замедляются немножко, а шахматы как гимнастика для ума получается. Гимнастика для ума, да? Вот большое спасибо вам, что пришли к нам в студию. Еще раз хотим вас поздравить с этим замечательным успехом, да, пожелать вам успехов и в дальнейшем. И, конечно же, пожелаем, чтобы шахматы у нас в республике развивались и дальше, и приносили самые высокие результаты. Спасибо. Спасибо большое. Вам также спасибо. Ну а сейчас мы прервемся на небольшую короткую рекламную паузу, а после рекламной паузы мы поговорим с вами о спортивных бальных танцах. Есть еще о чем поговорить, поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь. Ну что ж, я думаю, здесь нужны аплодисменты, да? Браво! Итак, уважаемые телезрители, у нас сегодня не праздничный концерт, и у нас в прямом эфире программа «Спортклуб», и сегодня мы поговорим с вами о таком интересном виде спорта, как спортивно-бальные танцы. И у нас сегодня в студии замечательные гости. Это Юрий Захарович Алексеев, старший тренер спортивного танцевального коллектива «Санрайз». Также у нас Лейла Алексеева, художественный руководитель спортивного танцевального коллектива «Санрайз». И, конечно же, девочки, непосредственно у нас призеры республиканских и всероссийских соревнований. Это у нас Яна Воронина, Софья Михалева и Карина Аникина. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, первый вопрос, наверное, к Юрию Захаровичу. Я знаю, что у нас Федерация спортивно-бальных танцев в городе появилась уже давно. Расскажите про ее деятельность, сколько ребятишек сейчас у нас посещают, вообще занимаются спортивно-бальными танцами и каковы успехи вообще? Ну, на самом деле, у нас Федерация танцевального спорта Республики Саха-Якутия, но она образовалась год назад. Нет, у нас были федерации, мы сделали реорганизацию федерации. Сейчас у нас в республике, по улусам если взять, то практически все улусы Республики Саха-Якутия, они включены в нашу федерацию, Федерация танцевального спорта Республики Саха-Якутия. В городе Якутске у нас представлены 3-4 коллектива, будет еще 5-й коллектив. Ну, вот, как я сказал, практически все улусы, они представлены нашей федерации. А вот чемпионат республики, да, и соревнования, сколько участников собирают, география какая, да, насколько это популярно вообще в республике, вот интересно. Еще наша федерация танцевального спорта включена советские бальные танцы, программа такая. И вот эта программа советские бальные танцы, они очень популярны в улусе. И
автор, наверное, так можно сказать, и основатель «Вальс Победы» — это Сивцев Михаил Захарович, он наш президент. Он объединил всю республику, сначала под эгидой бальных танцев, спортивных танцев, сейчас еще есть советских бальных танцев. И достаточно очень популярно, потому что сейчас занимаются в ЛУСах дети, начиная с 7 лет и заканчивая уже не детьми, ветеранами 90-летними. То есть есть 90-летние, да у вас? Да. Ученики до сих пор, наверное, еще они учатся, да? Ученики, они приходят, занимаются, тренируются. А на данный момент вот сколько человек вот именно в детском, в детских коллективах примерно насчитывает сколько? Много. Так, если так взять, то... Сотни. Да, сотни. Сотни. То есть интерес действительно большой, да, и... И вот именно бальные танцы, вот сейчас девочки представлены как солистки, у них есть партнеры, ну, по ряду причин они не пришли, сейчас два партнера тренируются, один партнер заболел. Сами тренируются, у них сейчас тренировка идет, все по расписанию. Сейчас очень популярно стало вот именно соло-танцевание. И почему-то это популярно только в городах. Не знаю, то ли мальчиков не хватает. Из-за нехватки мальчиков я только хотела сказать. Но в УЛУСах мальчиков много. И они представлены парами. У них очень мало солистов, но очень много пар. А в городах у нас представлено очень много девочек. А к художественному руководителю, да, вот клуба Лейла, скажите, пожалуйста, вот что сейчас только что мы видели, да, и насколько успешно ваши воспитанники, да, выступают на соревнованиях? Какие последние успехи нужны? Ну, на данный период вот то, что девочки продемонстрировали, это танец из латиноамериканской программы «Ча-ча-ча». Причем вот девочки у нас тренируются достаточно давно, получается 4-5 лет практически, да, то есть они приходят совсем малышками. Как Юрий Захарович сказал, что в ЛУСах эти дети занимаются 7 лет, у нас они занимаются от 3,5 и старше. В частности, девочки, например, приходят к 5 годам, да, мальчики, они чуть постарше, да, они пока созреют, девочки пораньше приходят. И получается то, что они сейчас танцевали, у них у каждой есть своя вариация. Вот вы, наверное, заметили, да? Они начало вместе. У них одинаковое, вместе, и потом каждая идет на свою вариацию. Индивидуально. Каждая вариация — это турнирная. То есть с этой вариацией они занимают места, участвуют, соревнуются. Причем, вы сейчас поразитесь, то, что они станцевали в начале, девочки придумали сами. Это полностью, вы представляете, мы приходим на тренировку, они занимаются с партнерами, когда у них есть свободное время и танцуют поодиночке, они стоят в уголочке перед зеркалом, и вот, пожалуйста, это плоды уже непосредственно этих детей. Творчество, да? Да. А что касаемо вот именно чемпионатов, на которые вы выезжали последнее время, да, чемпионат республики, и вот особенно чемпионат России, если не ошибаюсь, который прошел в Санкт-Петербурге. Расскажите, какие успехи у наших ребят, у наших воспитанников? Вообще, получается, за этот учебный танцевальный сезон мы выезжали два раза. То есть 2 года назад мы открыли свой клуб, и уже через полгода после открытия мы первый раз в марте 2016 года, да, поехали в Санкт-Петербург. В 2016 году в ноябре ребята, вот Соня, Яна, они ездили в Москву на 2 турнира подряд, и уже в марте, опять же, 2017 года Карина... я не скажу, что это большие группы собираются, да? То есть это дети по 9, по 10 человек, да? Опять же, это финансовые возможности, выезжаем с ними. Дети участвовали последний раз в марте, они, по-моему, на 4 турнирах. Мы ехали туда на 10 дней, и дети турнир, день отдыха, турнир, день отдыха. То есть вот таким вот образом, да, вроде маленькие дети, причем мы вылетели там 3 числа, 4 турнир, 5 числа у нас турнир уже с Москвы на Санкт-Петербург. То есть дети в 2 дня насыщенный график. Да, они летают туда-сюда. Успехи очень нас порадовали, потому что дети приезжают туда, они подготовлены. Мы видим, что они подготовлены. Дети выезжают без нас. То есть родители, когда едут в отпуск, у нас есть такие случаи, они
выбирают свой турнир где-то в Москве, в Санкт-Петербурге и в другом городе. Они выставляют своих детей. И опять же, эти дети показывают очень хороший результат. Девочки в том числе, они бальные танцы у нас... Нет такого, что что-то определенный какой-то турнир. Турниров много, и, соответственно, категорий, в которых девочки танцуют, тоже много. Вот и получается, в несколько раз они становятся призерами. Ну и давайте поговорим непосредственно с самими девочками. Яна, Софья и Карина. Яна, как давно занимаешься бальными танцами? Я занимаюсь бальными танцами уже 5 лет. 5 лет. И самая твоя большая победа какая? На нашем турнире, в нашем клубе. В вашем клубе? В апреле. В апреле. Этого года, вот 9 апреля у нас был турнир. Ты заняла первое место. Я 3 заняла кубка и 1/3 место. Молодец, 3 кубка получила. А дальше, девочки, сколько лет занимаетесь? Я занимаюсь 2 года. 2 года. И твоя победа самая большая? В Москве. В Москве победила? Да. Какое место заняла в Москве? Первая в паре. Первая в паре. Молодчина. И далее кто у нас? Как тебя зовут? Соня. Сонечка. А ты сколько лет в танцах? 5. 5 лет. И твоя большая победа какая? На турнире в Москве мы заняли 3 кубка. Тоже в паре. Кубка. В паре? Да. А сложно ли танцевать вообще в паре? Или проще танцевать одной? Ну, мне кажется, проще танцевать одной. Проще одной все-таки, да? Но при этом кубки получают в паре, да? А вот, например, Карине с кем проще, одной или в паре? Одной. Тоже одной. А городские Яна? Девочки. Ну, в принципе, мне тоже одной. Тоже одной. То есть в партнерах, да, девочки не нуждаются, да? А подскажите, пожалуйста, Юрий Захарович, ближайшие ваши планы и куда выезжают наши ребята, и где мы можем вообще воочию понаблюдать вот за такими прекрасными танцами? У нас проводятся ежегодные турниры, у нас есть график, календарь. Но сейчас будет турнир в мае, 21 мая это проводит клуб Т-Тим. Еще федерация, как они называются? Вторая федерация СССР, еще есть, ага. СССРовская федерация, они тоже будут проводить турнир, мы тоже хотим к ним прийти. Это наши друзья, клуб Quickstep, мы хотим поучаствовать на их турнире тоже. Вот сейчас получается только 2 турнира, и мы завершаем танцевальный сезон. Следующий сезон только в сентябре. Ну, как бы и закрытие сезона у нас отчетным концертом, который в ДК Кулаковского, да, в Доме дружбы народов, проводится ежегодно, который... организовывает народный коллектив «Мозаика». Какого числа это мероприятие? Вот у нас обычно 24-25 мая, вот как бы получается в конце мая. Да. Мы заканчиваем свой танцевальный сезон, последний турнир, и где-то через неделю уже на шоу выступаем. Отлично, спасибо большое. Ну что ж, дорогие телезрители, обязательно в конце мая посетите ДК Кулаковского, там у нас будет отчетный концерт вот таких прекрасных девочек, танцовщиц уже, наверное, можно их назвать. Но на этом время нашего эфира подходит к концу, не прощаемся с вами, говорим вам до новых встреч, увидимся в следующую пятницу. До свидания.